Подойдя к мужчине, полицейские представились и попросили показать документы. В ответ на это подозреваемый вскочил с лавки и попытался бежать, но был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции Хостинского района. При осмотре пакета сотрудники полиции поняли, в чем причина такого поведения. В пакете было обнаружено 734 черных полиэтиленовых свертка с капсулами золотистого цвета. Экспертиза показала, что в 20 капсулах находится вещество, содержащее наркотическое средство эфедрон общей массой более 3 граммов. Содержимое остальных пакетов сейчас находится на экспертизе. В отношении 30-летнего жителя Сочи возбуждено уголовное дело.